То, как он преподает, это достойно самых высоких похвал, потому что он сложные вещи объясняет очень простым языком. Видеошкола задала хорошее направление в этой области для меня, потому что я стал рассматривать именно данные перспективы. Я хочу работать, продолжать в этом направлении. И мне это очень нравится. Я вижу картинку, я ее представляю, и я хотел бы это развивать в себе. Я бы это предпочел бы использовать как хобби, чтобы, предположим, когда понадобилось, на каком-нибудь форуме участвовать, или можно было вызваться как главному режиссеру или оператору, и все снять, все и смонтировать. Мне понравилось общаться с людьми, которые объединены одной целью. Не снимал до этого никогда видео, я использовал только технику мультипликации и анимации. Поэтому да, я считаю, что уровень поднялся. Самое главное, я получил желание что-то делать и получил объективную критику в свой адрес. То, что заставило меня работать только лучше и совершенствовать свои наработки и реализовывать разные идеи. Я сам люблю снимать, из-за этого пришел получить больше знаний. Всегда интересовался, как же в кино кадры так меняются, что у тебя незаметно. Вот это мне очень интересно. Я сейчас понимаю, как это сделать. Приобрела знания о каких-то техниках монтажа, знакомства новые, какой-то новый опыт. Мне понравилось. Теперь я задумываюсь, как снять тот или иной кадр. Я бы очень хотела снимать кино, попробовать себя в роли режиссера. При видеошколу я узнала из группы «Правком». Почему бы не попробовать? Я пришла научиться снимать видео, потому что до этого я писала сценарии и захотела обрести независимость. Стать и сценаристом, и режиссером, и оператором, звуковиком. Это незабываемое чувство, когда ты заканчиваешь монтаж на 6-м часу, и у тебя есть 30-секундное видео, корявое, но свое. Я бы повторила это снова. Все было очень быстро.